Ниндзя! Ура! У нас на анбоксе Лемон Раз здорового человека. Хотя что я несу? Уже только за время моей работы закачки, представленные здесь, поменяли свою играбельность несколько раз. А когда вы смотрите этот видос, какая из модификаций Лемон Раса самая играбельная, никто не знает, потому что у вас-то уже вовсю восьмерочка, а я снимаю этот ролик, когда они только слухи еще выходят. У нас снова два литника, и один из них общий для всех Лемон Расов, естественно. Боковинки, мои любимые гусеницы, смок лаунчер, хотя давайте снизу достанем, чтобы было понятней, что к чему. Это у нас для гнездо для курсового болтера, или ласки, или хэви флеймер, стакан этого орудия, всякие крюки, которые не нужны или нужны, днище и сам курсовой болтер, плюс всякие вот ручечки. Очень редко кто их вообще клеит. Вот этот литник общий для всех лиманов. А вот второй литник местами. То есть корпус на месте, башня на месте, парень на месте, обвес башни на месте. А вот уже эти штуки, которые вешаются сверху на башню, они зависят от закачки. Это обычная, а вот это от плазмотанка. Плюс у нас, естественно, есть спансончики сборные. Тоже стаканчики от них, орудия те же самые абсолютно, как и на том Лемон Расе, который мы в прошлый раз обозревали. Но опять перечислю, смотрите, у нас все по парам, как бы, да, есть и Heavy Bolter, мультимельта, плазма, опять же, здесь уже гораздо более нужная, вот она, вторая, если вы не заметили. И как бы я в прошлый раз шутил, что Heavy Flamer всего два, то есть в курсовой Heavy Flamer отсутствует, если вдруг вы решите такую закачку, а сейчас у нас флеймер это по-другому совсем играет. Ну и ласка. А вот этот кусок абсолютно другой, ну, вернее, трубы-то на месте, а вот пушечки совсем другие. Есть пушка от Демолишера, наименее интересная сейчас, но как у вас там, не знаю, расскажите мне в комментариях. Плюс, естественно, Панишер, который обожали всю семерку. Вот, раз, два, три, Гатлинг собирается. И Экзекьюшнер со своей плазмой, раз, два, то есть это основное орудие, которое крепится на башню. Плюс вы ставите еще пару плазм и просто всех заливаете плазмой. Страшно жить. Мне кажется, ГВ ничего не мешало сделать одну коробку со всеми закачками. Ну, было бы там три литника, ну, чуть цену бы подняли, и было бы все замечательно. А так, вот, для новичков это вообще просто дефтрэп. Купил не тот, такой открываешь, и не можешь собрать танк, который тебе нужен. Ну, пропустил ты вот эти вот штуки, которые здесь нарисованы, и вот здесь не посмотрел, что нет того, что тебе нужно. Может такое быть очень легко, потому что Лемон Раз и Лемон Раз, тут никаких модификаций не прописано. Ну и советую вам посмотреть второй ролик, где обозревается другой Лемон Раз, более простая закачка была, как у вас там, не знаю, опять же, пишите, что играет сейчас, какая коробка более ценная, это или та. Ссылочка в конце видоса на обзор второй коробки.